Добрый день! С вами Промэлектрика. Устройства сигнализации применяются для своевременного визуального или звукового оповещения на производствах, в торговых центрах, шахтах и складских базах. Маячки предназначены для визуальной подачи запрещающих, разрешающих или сигналов, привлекающих внимание. Диапазон напряжений от 12 до 240 вольт переменного или постоянного тока. Сигнальные колонны – это системы светового оповещения всевозможных процессов с различной комбинацией цветов. Красный, желтый, синий, белый, значение которых определяется самостоятельно. Сирены предназначены для звукового оповещения неограниченного количества людей на больших расстояниях. Причем расстояние определяется не частотой, а мощностью двигателя устройства. Щитовые индикаторы предназначены для визуального уведомления о состоянии процессов. Часто используются вместе с кнопками управления. Лампочки предназначены для использования в системах светового оповещения. Применяются как светодиоды, так и лампочки накаливания. Модель выбирают по решению проектировщика. В наличии широкий ассортимент низковольтного оборудования. Доступен наличный и безналичный расчет. Контактная информация в описании. Ждем вас!